Здравствуйте! В этом видеообзоре покажу вам шоу-рум квартиры, которая находится в жилом комплексе «Яркий», город Рязань, застройщик «Капитал», строитель жилья. Думаю, полезна будет вам информация, потому что в этом доме, который, кстати, сдается в конце 2019 года, есть подобные квартиры в продаже. И вот сейчас вам продемонстрирую, как можно сделать здесь ремонт, расставить мебель. Ну и как эта квартира вообще выглядит уже в целиком отделанном виде. То есть не то, что когда вы приходите, смотрите бетонные стены и думаете, как бы нам поставить, как здесь будет красиво, тут некрасиво, непонятно. Вот сейчас будет вам все доступно и понятно. Мы с вами будем смотреть планировку Евро 3. То есть вот она такая. Так, что у нас тут по планировке, если заметите. Когда мы входим, тут сверху страны. Вот такая планировочка. И сейчас мы реально по ней походим и посмотрим. Если вот такую планировку увидите на сайте там застройщика, или я вам пришлю, будете знать, что квартира в отремонтированном и меблированном виде будет выглядеть вот так. Во-первых, на входе нас встречает хорошая металлическая дверь, которую менять не надо. Это не металлический лист, который надо застройщики экономят средства. Вроде бы дверь стоит, а вроде бы она и не нужна, ее придется менять. Вот смотрите, то есть коридор пока не до конца как бы отремонтированном виде. Ну вот плитка, цвета такие, Армстронг повесит вам. Короче, будет классно. Заходим в саму квартиру и пройдем сейчас по помещениям вот этой вот квартиры Евро 3. Как мы видели с вами на плане, с левой стороны такая вот добротная, хорошая гардеробная. Не маленький какой-то шкафчик, а место под реально множество разновидностей всяких шкафов, где можно повесить вещи, теплую одежду, и всякие такие шкафчики под всякие коробки, обувь. То есть вот прям вопрос с хранением вещей в квартире уже решен сам собой. Сделать ремонт вы здесь можете как хотите, полки сделать как хотите. Но вот сейчас дизайнеры, там застройщик «Капитал» сделали достаточно интересное предложение. Я бы здесь вообще все разместил. Можете, кстати, воспользоваться и вот этим советом. Видеоролик, когда посмотрите, будете делать ремонт в квартире, почему бы нет. Коридор, вот такие вот всякие комодики интересные, тут обувницы, наверное, да? Так, это у нас всякие двери во все комнаты. Ну вот, допустим, зайдем мы с вами в первую комнату. Дизайнеры здесь вот так вот все осветлили. Конечно, комната, сама квартира кажется такая крутая, в принципе, мебель. Тут вот папа с мамой, взрослые люди, пожалуйста, могут разместиться. Я сейчас нахожусь на 27 этаже жилого комплекса «Яркий» в первом подъезде. Здесь находится шоу-рум для информации. Вот у нас такой классный вид из окна. Перед нами жилой комплекс «Северный». Вот такие теннисные корты. Открытый вид. То есть, блин, круто, круто. Все зелененькое. Смотрите, как классно смотрится из окна этого дома. Можно подобрать квартиру с хорошим видом. То есть, вот, пожалуйста, один из вариантов хорошего вида из окна жилого комплекса «Яркий». Так, идем с вами дальше. У нас такая растакая. Так, идем дальше. Что у нас тут? Так, ну ладно, еще одну комнату вам покажу. Это может быть детская, может быть там для двух детей. Но места тут достаточно и для шкафа, и для еще каких-то шкафов. И там, если двое детей, можно там вполне еще вторую кроватку поставить. И место для уроков, для компьютера. Ну, для любого количества состава семьи. То есть, пожалуйста, можно использовать как хотите. Так круто. Сейчас покажу. Вот я там в зеркале показался. Вот кроватка. Идем дальше. Перед нами раздельный санузел в этой планировке. То есть, всю плиточкой. Все вот так вот классно. Это как бы вариант с душевой кабиной. Но место позволяет. Хотите поставить себе здесь ванну. Вот так поперек. Здесь просто так грамотно размещено. Используется место под стиралку. Стиральную машину, что тоже важно, правильно ведь? А так кухня большая, сейчас вам покажу. Стиральную машину можно туда. Ну, как бы фантазию можно на эту сторону поставить. А с этой стороны полноценную ванну или раковину впереди. Как бы это место позволяет.
Главное, что площадь хорошая. А в этих квадратных метрах можно уже фантазию проявить в любом виде. Это для примера. И мы с вами заходим сейчас в большую кухню-гостиную. Как раз эта квартира называется Smart. Планировка Евро 3. Потому что якобы две всего комнаты присутствуют, но гостиная настолько большая и грамотно расположена, что есть зона там, приготовления там, пищи, то есть вот кухонный гарнитур, холодильник, стол, пожалуйста. И есть место, чтобы использовать как гостевой диван, как основной, допустим. Тебе используют как спальня, а время проводить с семьей можно вот здесь, потому что есть место под телевизор, под стеночку, но такие традиционные как бы планировки, которые соответствуют понятию смарт-планировка, умная квартира. Так, ну и с кухни выходим на лоджию. На лоджию тоже. Пожалуйста, цветочки. Классно. Все тут интересно. Тут вид из окна из этой квартиры на Нити. Вот посмотрим. Можно повыбирать. В одну сторону поглядеть, в другую. В принципе, на город всегда смотреть хорошо, приятно с высоты. Так. Ну, в принципе, наверное, все. Застройщик Капитал Строитель Жилья. Квартиры смарт-планировки. Это Евро 3 конкретно. Обращайтесь по ценам, по планировкам от застройщика Капитал там, в любых жилых комплексах. Планировки у них во многом похожи, то есть и в одних, и в других домах. То есть такие планировки можем, я думаю, посмотреть и в других жилых комплексах. Если вы не хотите, допустим, вы Дашка в Песочный, хотя хороший район, как бы многие здесь покупают, но в других жилых комплексах, в других районах Рязани имеют точно такую же планировку, поэтому можно обратить внимание и на квартиры в других комплексах. Так, по консультациям, ценам, планировкам, застройщик Капитал Строитель Жилья, звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Подскажу. Пришлю вам планировки по WhatsApp, по Viber, если там ну, что-то непонятное, или там для подробной какой-то консультации. Если надумаете покупать квартиру, брать ее будем от застройщика напрямую, без комиссии, дополнительных платежей и каких-либо переплат. То есть это очень важно. Людям говорят, что без комиссии, потом в результате сколько мы вам должны и должны ли вообще. Мне ничего не должны. Цена застройщика, акции, цены, там, не знаю, там, скидки, все от строительной компании, все вам будет предложено. Так, ну, в принципе, все, обращайтесь.